Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Марий. Марий, 156-86 год до нашей эры. Выходец из провинции, ставший римским консулом и полководцем благодаря своим способностям и стараниям. Марий в 104 году разбил войско африканского царя Югурты. Эту военную кампанию описывает Салюстий. И одержал победу над тевтонами и кимврами, совершавшими набеги на северную часть Италии. Кроме того, Марий принимал участие в так называемой союзнической или социальной войне, то есть войне против социев, союзников, народов Италии, объединившихся в военный союз. Марий несколько раз подряд избирался консулом и был необыкновенно популярен. Примкнув к демократам-радикалам, Марий стал противником диктатора Суллы. Это привело к первой гражданской войне, в результате которой республиканская форма правления была ликвидирована. Потерпев поражение, Марий бежал в Африку. Однако в 86 году до нашей эры он сумел захватить Рим и расправиться со своими политическими противниками. Солдаты убивали всех, кому он не отвечал на приветствие. Этот период римской истории, по-видимому, вызывал глубокий интерес у греческого историка Плутарха, чье жизнеописание Мария изобилует драматическими подробностями. Ну, вот так вкратце о Марии. Выходцы из провинции, который стал римским консулом был и полководцем, благодаря своим способностям и стараниям. Пока-пока, до свидания.